Система госзакупок «Прозора» стала обязательной по всей Украине. Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, полный переход на электронную систему означает, что отныне все тендеры, которые превышают пороговые значения, должны проводиться через новую систему закупок. За полтора года команда «Прозора» провела более 250 учебных мероприятий в рамках крупнейшей в госсекторе учебной программы. Использование электронной системы значительно упрощает процедуры закупок, отметил заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.